Три дня назад в сельскохозяйственном кооперативе «Тохтамыш» стартовали работы по уборке озимой пшеницы, засеянной на площади более 460 гектар. В работах задействовано 5 единиц уборочной техники. Полностью работы планируется закончить в течение 10 дней. Как только в регионе установилась сухая и жаркая погода, аграрии поспешили начать уборку. Как обычно, первой на полях созрела озимая пшеница. Именно под нее традиционно выделяют самые большие посевные площади. Общая площадь около 1600 гектар. У нас озимая пшеница 465 гектар, сахарная свекла, соя и кукуруза на зерно. На полях нашего хозяйства ведутся работы по уборке озимой пшеницы. На сегодняшний день убрано около 80 гектар. Всего нам убирать где-то порядка 465 гектар пшеницы у нас. Несмотря на то, что эта культура легко переносит капризы погоды, в нынешнем сезоне природные факторы все же негативно сказались на урожайности пшеницы. Урожайность на сегодняшний день хвалиться особо нечем, конечно. Ну, слабая урожайность, ожидали как бы больше. Ну, связано с тем, что весенние заморозки, которые были у нас в апреле месяце, снизили качество зерна и, соответственно, и урожай снизился. После уборки зерно отправится на хранение, а уже через 1-2 месяца будет готово к переработке. А у аграриев, между тем, на подходе работы по обработке других культур. Следующий этап – это по разделыванию пожнивных остатков после пшеницы, и потом как пауза, и где-то в конце августа у нас уборка сои планируется, и дальше уже в сентябре сахарная свекла и кукуруза. Несмотря на то, что погода пока благоприятствует уборочной кампании, сами аграрии все же отмечают негативное влияние жары на кукурузу и подсолнечный. Но свою работу в поле не прерывают ни на день. Раймер Шен, Олег Молхожев, Архыз, 24.